Прятки с куклой. Вроде бы звучит безобидно, но при ближайшем рассмотрении занятие это очень опасное. Ведь если кукла вас найдет... Но все по порядку. Для того, чтобы поиграть в прятки с куклой, вам нужно два зеркала, кукла, с которой вы играли в детстве, свеча, соль, и в доме никого не должно быть, кроме вас и куклы. Начать игру можно лишь после полуночи. Для этого нужно поставить зеркала друг напротив друга, а между ними поместить свечу и куклу. Зажигаем свечу и пять раз говорим: «Я оставлю тебе здесь новое тело. Пожалуйста, ты можешь им пользоваться». Затем пять раз нужно сказать: «Поиграй со мной». Если уже на этом этапе слышатся странные звуки, то все делается правильно. После нужно пять раз сказать: «Найди меня. Если найдешь, я дам тебе свою жизнь». Затем нужно зайти в другую комнату, желательно свою, и сесть на корточки спиной к двери. Теперь осталось только ждать, пока кукла вас найдет. Однако, если вы чувствуете, что она близко и вам грозит опасность, прячьтесь в шкаф или под кровать, лишь бы кукла вас не нашла. Рано или поздно кукла должна зайти в вашу комнату. Вы должны услышать ее шаги. А также кукла начинает считать, и по дому пробегают непонятные звуки, которые являются некой считалочкой. Закончить игру желательно до рассвета, и делается это так. Для начала вы незаметно выбираетесь из своего укрытия, и вместе с солью в руках идете в ту комнату, где горит свеча. Пять раз нужно сказать: «Ты проиграла, закончим игру». Тушим свечу пальцами и посыпаем себя солью. Находим куклу и посыпаем ее солью. После чего в той комнате, где горела свеча, включаем свет и минимум на час создаем непринужденную веселую обстановку. Смотрим телевизор, слушаем музыку, и обязательно, чтобы кукла все это видела. И в течение двух дней нужно держать куклу где-нибудь в сундуке или в шкафу, чтобы ее никто не видел. А вообще... желательно отнести куклу в храм, чтобы из нее изгнали вселившегося демона. Категорически запрещено говорить, пока кукла вас ищет. Выходить на улицу, пока идет игра. Убегать, если не проведете правильное окончание ритуала. Кукла последует.